Сегодня я хочу съездить на северный карьер, это который возле Нового Окунева. Поворотик здесь вот возле дачного, садово-дачного товарищества Сосновый Бор. Можно подняться на отвал по этой дорожке и попасть на стенку северного карьера. Также заеду в Нового Окунева, посмотрим озеро Окуневское со стороны Нового Окунева и со стороны Старого Окунева тоже посмотрим на озеро Окуневское. Если из Асбеста у нас выглядит вот так вот живописненько, тут отвалы асбестовского карьера, и мы движемся в сторону Нового Окунева, деревенька рядом с Асбестом. Своротку с дороги в сторону карьера сейчас маленько проедем, посмотрим, я там пешком пройду, поднимусь на стенку карьера, посмотрю, что там происходит. Нашел вот такую лесную дорожку. Она ведет на вершину отвала Окуневского участка асбестовского карьера. Тусую колено прямо на отвал. Дорога отличная, но там перед самым въездом она перекопана, чтоб сюда на карьер-то никто не заезжал. Дошел до каких-то первых отвалов. Дорога здесь кончилась. Но вот там вдалеке я вижу технологичку. Дорога технологическая для вывоза. Здесь вот ров сделал. Сейчас технологичку перейду и туда попробую дальше пройти. Вот такие рвы тут водоотводящие. Там еще более высокий отвал. Свежий этот старый отвал уже подрастает деревьями. Так, надо запомнить это место, откуда я вышел, столбы упавшие. То потом ведь еще возвращаться надо. Кругом камешки. Асбестовая порода. Вот такая еще. Какой он яркий, зеленый. Не передает, наверное, камера зеленоту его. Так, вышел я на технологичку. Пересекаю, иду дальше к краю обрыва. На обрыв меня тянет, на обрыв. Кстати, нашел вот очень красивый камень с краплениями перита. О, какой. Судя по карте, я стою где-то на краю обрыва. Но, блин, вокруг какая-то рекреация проведена, что ли. Не вижу этого карьера. И еще вот еще одну технологичку. Еще одна технологическая дорога. Что-то их тут больно много. Что-то мне это не нравится. Где карьер? Где обрыв? Вот та технологичка. Еще на одну вышел. Сколько же их здесь? Камушки тут какие красивые. Прелесть просто. Геолога какого-нибудь коллекционера, наверное, оргазм бы уже случился. О, похоже, я вышел на стенку карьера. Его засыпают, к нему подвозят пустую породу и запихивают все это вот в этот карьер.
Он просто огромен. Так, сейчас попробую масштабы показать. Кстати, вот там шахта. Так. Вот внизу видно, где помельче, там изумрудного цвета водичка. Карьер гигантский. Гигантский. Вот там отвалы нового карьера. Вот здесь уже старая выработка, давно уже все вытащено из него. Но масштабы карьера поражают просто. Огромное карьерище. Красивая там вода бирюзовая внизу. В маске можно даже поплавать. Чистая очень. Первый квартал меняется, и видно, что его начнешь засыпать, то есть все края у него обработаны. Ну а что, разумно не в горы отвалы возить, а засыпать старый карьер. Но исчезнет такое рукотворное озеро красивое, жалко. Вот очень интересный кварц. Брать ничего не буду. Так, я выезжаю с этой дорожки, которая шла на отвалы. Она, значит, берет свое начало напротив коллективного сада «Сосновый бор». Вот эта остановка, «Сосновый бор», вывеска. Прямо напротив него дорожка уходит. Перед самым Новоокунево. Здесь еще один коллективный сад. И вот начинается Новоокунево. Ну, такой полуудачный такой, полуудачная деревенька. Ну, раньше-то, конечно, была деревня, а сейчас... Самарин тут везде навешан. Там где-то у нас еще в глубине был клуб. А клуб, то у меня он еще... А, вон он, да. Все-таки я повернул в деревню показать клуб. Вернее, то, что от него осталось. Сам хотел посмотреть. Немного теплее за стеклом. Не осталось ничего. Дома зато новые такие выросли. Вот он клуб. Здесь развалился напротив солнышка, конечно, ни хрена не видно. Я скажу всем! Ты чего довел планету? Этот фигляр ПЖ! Зато коттеджи новых здесь полно. Улица крайняя. Вот только не надо сейчас крайних искать. А почему бы не поискать? Здесь в глубине еще одно старое здание. Магазин, баня, не знаю, что это такое. Ну, вот такая красивая, аутентичная. Заехали в какие-то пампы в надежде посмотреть на озеро Окуневское, выехать на берег. Я заехал в пампы. Я выехал на берег Окуневского озера. Это даже, можно сказать, пляж какой-то.
немножко подзаболочено с краешку. Тут самый настоящий пляж. Так вот. И там, я смотрю, дачки. Дачки еще расположились по той стороне. А та сторона, это у нас старая Окунева. Мы сейчас со стороны нового Окунева заезжаем. Последний взгляд на нового Окунева. Остановка киоск. Поворот на старый Окунева. Нового Окунева посмотрено, проехано. Решил я еще и старого Окунева посмотреть. С той стороны с озера было его видно, но вблизи же интереснее всегда посмотреть. Посмотрим, что оно из себя представляет. Ну, похоже, это тоже уже дачный поселок. Есть, конечно, улицы здесь нет, здесь просто старая Окунева, номер дома такой-то, ну, так проще, наверное. На этой штучке должен висеть пожарный рельс, или набат, в который долбят. О! Озеро нам открывается здесь. Вон на том берегу я был, со стороны Нового Окунева. Новый домов уже давно настроили, больших огромных. Водозаборная байда какая-то. Что думаешь, я из этой байды пить стану? Не понял? Труба вот прокачивает водичку. О, кстати, вот тут выезд к озеру. Ага. Водозабор. А, видимо, насос стоит. А качает вон отсюда. Из такого канальчика, который к озеру идет. К Обнинскому. Уровень воды мал, конечно. Канальчик этот самый. Вот тут такая тропинка вдоль канала. Можно выйти прямо к озеру. Хочу посмотреть, какой там берег, песчаный, каменистый или что вообще за озеро такое. И можно ли в нем купаться. Берег оказался песок пополам с илом. Сверху ил, ниже песок вот такой классный. Сверху ил, вот этот вот канальчик. В общем, чтобы зайти в озеро, надо прошлепать по грязи. Вот это тут обнажилось сильно, так вот это вся грязь, но под ним, под этой грязью, песочек совсем немного. Так что можно здесь купаться летом спокойно. Наверное, окуней, по-моему, раз Окуневское озеро. Оказывается, старого Окунева-то еще целый пляж есть. Тут зона отдыха. Добро пожаловать. Столики. Пляж песчаный. Вот где настоящий пляж. Каждым днем их становится все больше и больше.
продвинутая, скважина законсервированная.